Сегодня вообще классно, народу поменьше. Спасибо всем, кто не пришел. Сегодня с дядей Женей начинаем новый цикл. Будем рабочий вес разгонять на количество повторений. Ну, наконец-то! За кулисами может и тявкать каждый. Ты выйди, скажи, что ты хотел. Давай, общественное мнение свое вырази. Что ты думаешь по поводу того, закрывать гликогеновое окно? Не закрывать гликогеновое окно. Закрывать. Гидратацию клеток, как проводить, чем, сколько. Сколько углеводов есть для восстановления после тренировки. Что вот, как вот вы предпочитаете? Вот. А вы как по этому поводу думаете, напишите там в комментариях. Да и ничего хорошего не напишите, знаю я вас. Буквально неделю назад мы делали жим, и на 80 я уже забивался, когда все по 20 раз делал. А сейчас так как бы, ну вот такие приятные ощущения. А что, 120 мы размялись, и нормально, сейчас 140 разомнемся, и что, и 160 уже поработаем. Месяца три назад у меня это был рабочий, я его на 9 как-то сделал, на этом цикл у меня закончился. Я, конечно, сомневаюсь, что сейчас на 9 сделаю. Буду пробовать, что получится. А может, и сделаю, сейчас меня, посмотрим. Меня, некоторые говорят, что старый, блины ранее. Ну все, размялись. Сейчас пойдем на 160. Да, сейчас меня прям нормально так пробило в башню. Я думал, будет хуже гораздо. К этим 9 повторам я прям подбирался, то сейчас это было... Ну, 8 прям вообще нормально было. Вот на 9 сдулся. Опять же, ну, будем нарабатывать. Я думаю, что этот цикл раз на 12 доберемся с этим весом.
дядя Женя жмет, а я как будто я жму, я стою и такой, ну слушайте, нормально, вообще очень хорошо, мне прям понравилось, я думал тяжелее будет, еще разок сейчас сделаем. Это хорошо было, мне понравилось. Немножко меньше, чем в конце предыдущего цикла, где был жим с этим весом. Но начало прям вообще, вот, старт просто огонь. Сейчас сведение поделаем под углом. Как хорошо начиналось все. В пустом зале никого не было. Слушай, ну сейчас вот начало какое, оно всегда прям меньше. Мы, когда самый первый цикл был, мы его начинали там с 4, наверное. Прям старт очень бодрый, конечно. Сейчас еще 40-ки сделаю, а потом, наверное, полтишочками сегодня поработаем. Сейчас трек подберем и полтишки бахнем. Эля, мне и моим друзьям. Всех гоняю, чтобы записывали, а сам нифига ничего не записал. Так, первый был на 8. Нормально так качаемся. Сейчас еще разок сделаем. И что, в кроссовер, наверное? Держи.
Ну и все, сейчас кроссовер доделаем и пойдем кушать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.